Всем привет! С вами я, Алиса. Сегодня я рада представить вам новое видео из рубрики «100 кило кукол». Сравниваем, выбираем, покупаем. Как вы помните, в сравнительных обзорах подобного вида я соединяю сразу 4 направления, то есть получение посылки, распаковка, обзор и сравнение. И сегодня у нас 4-й выпуск данной рубрики, а ссылки на предыдущие видосики будут в описании, ну или в конце видео. А героем данного видео будет всего один персонаж, имя которого мне и вам пока неизвестно. Надеюсь, подобного рода видео помогут определиться вам с выбором на ту или иную куклу. Вскрытие этой коробки покажет, кто у нас герой сегодняшнего шоу. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, ну и нажать на колокольчик, чтобы первыми получать новинки моего канала. А кто посчитает, сколько раз за все это видео я сказала имя главного героя, то обязательно пишите в комментарии. Ну а теперь пора резать! И первая коробка, которая попадается мне в этой посылке, это серия Way to Wonderland, это Ever After High, с такой вот немножко навороченной в хорошем смысле куклой. Это Китти Чешир, кошечка-милашка. Следующей в посылке идет у нас серия Book Party. Да, это бюджетная, и тут нет ни подставок, ни расчесок, и Китти Чешир. Кажется, я уже догадываюсь, о ком сегодня пойдет речь. А вы нет. Так. Вот у нас еще одна коробочка, но на этот раз серия Spring and Sprung с Китти Чешир. И у нее очень клевый венок на голове. Ну и также красавица всех времен и народов. Кто же это? Тяжело догадаться, наверное. Это базовая Китти Чешир. Как вы уже догадались, сегодня речь пойдет об Ever After High, а именно о персонаже Китти Чешир. А многие еще в самом начале заметили по этому маленькому аксессуарчику, о ком сегодня пойдет речь. Главное, что теперь вы все знаете. И мы можем перейти к рассмотрению и сравнению этих кукляш. Их на данный момент только 4 в коллекции. Имя героини Ever After говорит само за себя. Она имеет 2 значения. Во-первых, это уменьшительное имя Катерина. Во-вторых, в английском языке также еще называют маленьких котят. Китти Чешир – наследница всем известного чеширского кота из сказки «Алиса в стране чудес». Внешность Китти Чешир необычна, как и она сама. Ученица школы Ever After имеет голубые глаза и волосы светло-фиолетового оттенка. Китти кажется немного сумасшедшей, и она любит пошалить. Ну и наконец перейдем к части обзоры. Предлагаю сначала рассмотреть самый первый выпуск кошечки Китти Чешир. Это базовая Китти. И да, все Китти Чешир выполнены на маленьком теле. Скинтон куклы необычный для Ever After High, светло-лавандовый. Это первая кукла Ever After, скинтон которой совсем не человеческий. Прическа у Китти осталась как в сериале. 2 хвостика лавандового цвета, слегка закрученные в локоны. Молд куклы выглядит заметно более узким и не таким круглым, как у прочих базовых персонажей. Но общая стилистика осталась неизменной. Макияж Китти еле-еле заметный на фоне такого фиолетового тела. Улыбка у куколки легкая, довольно приятная, но, к сожалению, без молдированных кошачьих клычков. На голове куклы красуется черная шляпа в виде кошачьей мордочки с чеширской улыбкой. Одета Китти в красивое платье. У куклы она двухслойная, с черной узорчатой сеточкой поверх. Рукава короткие, сделаны из черной сетки. Китти носит сиреневые колготки с зигзагообразным рисунком. Ботиночки куклы черного цвета, с молдированными усиками и кошачьими ушками, с белой опушкой. Носки открытые. Еще одна кошечка – жительница страны чудес, уже из коллекции Way to Wonderland, или же Путь или Дорога в страну чудес. Тут она очень похожа на настоящую чеширскую кошечку. Ушки на ободке и даже хвост.
Вот это сенсация! Впервые в Эверафтер появились такие интересные детали в куклах. Кстати, хвост непонятно, снимается или не снимается. Я долго мучилась его снять, но у меня не получилось. Не советую снимать его, можно легко отломать. На голове у Китти вовсе не шляпа и не корона, как у других девочек этой серии, а самые настоящие уши на ободке с рельефом меха. Выглядит очень мило. В фиолетовые волосы ей добавили яркий лаймовый цвет, который также фигурирует в ее подъюбнике. Китти, как всегда, улыбается нам яркой улыбкой, и тут же стоит обратить внимание на одну особенность. Это меховой воротник. Совсем покошачий. Мяу. Как и у всех девочек в коллекции, у Китти черные ручки под имитацию перчаток с малиновыми манжетами. В этой коллекции Китти нарядилась в странный чудесный наряд. Помимо дикого чудесатого полосатого принта, на платье мы можем увидеть мастреф и даже бабочек с гусеницами. Туфли у Китти тоже необычные. Они фиолетового цвета с розовым носком и причудливыми завитками. Получилась настоящая яркая девчонка из страны чудес. Еще одна богатая аксессуарами и аутфитом кошечка Китти Чешир из серии, а также мультфильма Spring and Sprung. Фишка данной коллекции – это массивные украшения. Взгляд у Китти Spring and Sprung более добрый, нежный и немного загадочный. Ее фиолетовые локоны собраны сзади в два милых хвостика. На голове у Китти Чешир красуется волшебно милый венок из цветов, спереди которых спрятаны два ушка. Одета она очень уж сказочно. В ее праздничном наряде фигурируют нежно-фиолетовый, бирюзовый, белый, гармонируя и сохраняя образ нашей героини. Платье украшено массивным воротником, венком на шее. По низу подола проходит красивый градиент, переходящий из фиолетового в белый кверху. По низу подола проходит красивый градиент. Рукава платья Китти на локтях декорированы очень милым и пушистым мехом. Ну совсем уже кошечка, а на ножках плотные лосины. Туфли сделаны в стиле цветов, оплетающих их лозами. Бюджетная Китти Чешир из серии Book Party немного выделяется среди таких масштабных девчонок. В плане нарядов она получилась скромненькой, но зато нежной. У Китти умеренный и спокойный макияж, делающий ее образ подобающим для книжной вечеринки. Голубые кошачьи глазки подведены фиолетовыми тенями, а очаровательная улыбка подчеркнута розовой помадой. В этой коллекции волосы Китти распущены и отсутствует какая-либо челка. На макушке очаровательный серебряный ободок с ушками. Еще один аксессуар – это большое серебряное ожерелье с камушками, рюшками и ветвями, на которых есть несколько плодов. На этом-то аксессуары Китти заканчиваются. Верх платья выполнен в кремовом цвете с мордочками чеширских котиков, ярко и хитро улыбающихся нам. А юбка платья сделана из фиолетовой блестящей ткани и не покрыта каким-либо узором. В общем, простовато. Зато отдельного внимания заслуживают туфельки с мордочкой котиков на носике туфель с хвостиком, обнимающим ножку куклы. И вот наступил кульминационный момент информационной сводки от магазина Белевикс. Как же правильно выбрать единственную кошечку из линейки Эверяшек – Китти Чешир. На рынке продаж линейки Ever After High героиня мультсериала Китти Чешир, дочь чеширского кота, представлена четырьмя комплектами выпусков. Это соответственно серии базовая, Way to Wonderland, Spring and Sprung и Book Party. Если вы относитесь к поклоннику книги Льюис Кэрролла «Алиса в стране чудес», да и вообще всех серий мультов Ever After, попробуем порекомендовать базовый вариант Китти Чешир. В случае игры с базовой куклой, украшенной кисообразными атрибутами, это ободок и сумочка, можно полностью провалиться в мультяшные фантазийные просторы времени. А для бережного хранения производитель обеспечил кошечку аж подставкой и расческой. Один недостаток все же есть. А где же хвост, спросите вы? Вот это сенсация!
Если вашей героине без хвоста никак не обойтись, и вы большая любительница яркой жизни, то ваш вариант однозначно Китти Чешир из серии Way to Wonderland. Там есть и хвост, и стойка, и оригинальная коробка с ярким объемным оформлением. А ободок с ушками невероятного размера никого не оставит равнодушным. Китти Чешир из серии Way to Wonderland однозначно наилучший подарок для девочки-дошкольницы и более старшего возраста. Магазин гарантирует 100% беспроигрышный вариант попадания в яблочко. И в этом случае, как говорит магазин Belvix, лови момент! Ведь, как показывает практика двух предыдущих лет, далеко не каждая Китти Чешир серии Way to Wonderland дожидается свою хозяйку до конца года. А как эффектна эверяшка из серии Way to Wonderland вместо елочной игрушки? Китти Чешир из серии Spring and Sprung давно уже перешла в статус коллекционных кукол. Американский рынок стоимостных предложений по этой позиции занимает уровень пьедестала стоимости Gold Label Barbie Collector. Выше 150 зеленых фантиков за океаном. Офигеть! И никакой комплект стойки плюс бонусное кольцо на безымянный пальчик будущей хозяйки не поправит печальную ситуацию с ценой. Можно пропеть песню Китти Чешир «Прощай, кися». Это я имела в виду, что такую куклу уже вряд ли где-то найдешь. Но есть еще на земле русской люди добрые, раздающие кошечек из серии Spring and Sprung. Почти за даром. А в целом на сегодняшний день магазин Belvix рекомендует именно эту кошечку истинным коллекционерам Ever After. А поиграть в кошки-мышки достаточно из кукляша и серии Book Party. Да и на ДР к любимой подруге можно смело завалиться с заветной ее мечталкой, куколкой Китти Чешир. Ну и чаепитие со шляпником и белым кроликом вам обеспечено! Напишите в комментарии, какая Китти Чешир нравится вам больше всего и какая особо не впечатляет. Мне будет интересно почитать. Не забывайте, что в конце видео будут кликабельные ссылки. Вы с легкостью можете перейти на другие мои видосики и ничего не искать. Просто досмотреть до конца и нажать на кнопочки. Все очень просто. Ну и не забывайте нажать на кнопочку подписаться и колокольчик под видео, чтобы не пропустить новинки моего канала. И напишите в комментарии, какого персонажа вы ждете в следующем видео этой рубрики 100 килограмм кукол. Кстати, я люблю отвечать в комментах, так что обязательно пишите. А ссылки на мои соцсети будут в описании. Всех вас очень-очень люблю. До новых встреч. Be cool and crazy. Пока-пока.